Здравствуйте, дорогие друзья, это канал «Все о кроссовках». Представляем вашему вниманию обзор Jordan Team Showcase. Истории модели уже 20 лет, и хотя она позиционируется как баскетбольная, кроссовки можно смело рассматривать на каждый день. В первую очередь из-за своего минималистичного дизайна, качественных материалов и невероятного удобства. Итак, поехали! Основа заготовки – это мягкая на ощупь фактурная кожа. Очень хочется верить, что натуральная. Если нас смотрят специалисты в этой области, очень просим подсказать об этом в комментариях. С внешней стороны сбоку имеется перфорация. Она не сквозная и выполняет лишь декоративную функцию. По бокам и на верхней части задника присутствуют вставки из синтетического материала, визуально и тактильно напоминающего ноутбук. Этот материал в последнее время набирает популярность, в первую очередь из-за практичности и простоты в уходе. Такой, например, используется в обновленных 90-х Air Max. Подкладка тут двухслойная, база – это плотный обувный текстиль, он в свою очередь покрыт мягким нейлоном с большим слоем набивочного материала внутри. Так как модель изначально баскетбольная, это сделано для уменьшения травматичности. Язычок сделан из тех же материалов, что и заготовка с подкладкой. Он также перфорированный и имеет синтетическую вставку у основания и сверху. Очень хорошо, что он фиксируется двумя резинками по бокам, из-за этого он не будет сползать в стороны, что прекрасно. Полнота модели регулируется при помощи шнурков, они самые обычные, как на самых бюджетных кроссовках. Стелька здесь без проблем вынимается, она отливается из пеноматериала с вкраплениями из угольной крошки, все в угоду гигиене. Теперь о подошве. Промежуточная подошва изготовлена из мягкой, легкой и в то же время прочной пенки. Подметка выполнена очень интересно, она резиновая и закрывает промежуточную подошву практически полностью. Пенка остается видна исключительно на заднике. Рисунок протектора выполнен в виде елочки, тракция должна быть на уровне. Особенности кроссовок – это значки переключения или перемотки треков на магнитофоне или плеере. Одни находятся с тыльной стороны подошвы, вторые – на верхушке язычка. К сожалению, не удалось найти информации о том, в чем сакральный смысл этой перемотки. Возможно, вы обладаете секретными знаниями, если да, то, пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. Теперь о первом впечатлении. Кроссовки просто умопомрачительные, сразу захотелось оставить их себе, их даже просто приятно держать в руках. Я бы их брал на пол размера, а то и на размер больше, чем мой стандартный, потому что высокую баскетбольную обувь из-за толстого слоя набивки внутри мне лично по размеру носить неудобно, но это все дело привычки. Амортизация на уровне, на ноге сидят как влитые, однозначно рекомендуем к приобретению. А теперь давайте посмотрим, как они выглядят уже непосредственно на ноге. Это был обзор кроссовок Jordan Team Showcase. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забывайте комментировать.